Я думаю, никому бы не хотелось, чтобы кто-то там за спиной называл его каким-то животным, а тем более червяком. Меня по фамилии Филинов часто называют Филином. Так вот, мамка как-то оправдание придумала. Филин – мудрая птица. Так вот, пусть Филином называют, а червяк – не, не надо. Если человек называют червяком, то он противный. Вот меня мама, когда я сплю, называет червяком. Я так, потому что вожусь, она хватит возиться, как червяк. Вот, наверное, почему и так людей называют. Вот я ем яблоко, вижу в нем червяка, конечно, я выброшу яблоко. Чего же я с червяком буду есть, он же туда личинки отложил. А, идет дождь, вот, и он, значит, создает лужи, и вода затекает в эти вот дырочки, норы вот этих червей, а им дышать-то нечем, вот они вылазят. И поэтому назвали дождевые черви, потому что вылазят во время дождя. Есть полезные для человека червяки, они дождевые. Они землю прорыхляют, чтобы, например, морковка лучше росла. Есть такие червяки, которые для людей полезны. Они, например, даже в Китае есть каких-то вообще непонятных жуков. Я сам не понимаю. Фу, противно же. Даже как они их так есть, я не понимаю. Если человека называют червяком, то, наверное, он склизкий такой, противный. Часто, когда на рыбалку ходишь, на червяка, жалко как-то, что ли, его. Вот я представляю, тебе, значит, надели на крючок, кинули в воду, и ты, значит, такой, ты не дышишь там, ну, то есть вода, вот, и ты такой, значит, на этом крючке, значит, висишь и думаешь, ну, скоро меня съедят. Жалко все-таки червяков. Я бы не стала червяков есть. Вот я, например, если бы нашел бы яблоко, и там бы был бы червяк, я бы взял бы этого червяка, выбросил ведро, а яблоко туда же. Змея с червяком очень похожа, я думаю, что можно назвать червяком, змею.